И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, King of Fire, стаканчик мог. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис мод. Самую офигенную рубрику «Аниматроники пугают охранника». Я буду играть за аниматроника, и у нас сегодня три охранника, которые должны максимально показать живучесть, потому что я буду сегодня неадекватным аниматроником. Если Петю кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. Не успел! Я говорю, сегодня жестко будет, готовьтесь. Не успел. Давайте больше перерыв буду делать, потому что это прям жестко совсем. Успел. Вот это ты уже молодец. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень крутое, и вам это нравится. Успел. Не успел. А зачем вы дверь открыли? Вы же видели, я стоял. Классно. Так, пацаны, я иду к вам. Классный звук. Закрыли, молодцы, молодцы. Тишина. Страшно? Неадекватный аниматроник побежал. Успел, не успел, успел. А зачем вы открываете двери? Или вы одновременно нажимаете? У вас там несколько человек, да? Я понял, что вы путаетесь. Но это в этом весь прикол. Так, они с этого пака издают одинаковые звуки. Давайте возьмем где другие звуки. Идет, он стоит. Два режима, злой и добрый. Вот, я пошел. Иду, я иду. Убежал. Чуть-чуть не успели или успели, не знаю. На монтаже посмотрите. Ребята, напишите в комментариях, успели они двери или закрыть, или нет. Мне кажется, немножко не успели, там была щелочка. Я через эту щелочку рукой их бах и затянул к себе. Слышно вам? Нет. Пока что. А вот так вот. Я прибежал. Нет. Золотой. Пирожку больше не продаю. Идет музыка? Нет. А я слышу, музыка идет. Злой. Так, 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 хорошо. Пирожки уже не продают, уходить. О, Чика пиццы поесть пришла. А поделиться. Хорошо. Не? Вот, блин, я думал, они двери открыты, они не хотят открывать. Хорошо, давайте, ребята, будем постараемся их обмануть как. Вы как-то не слаженно играете. Успел. Я просто буду бегать по кругу их мочить так. О, в этот раз не открыли, молодцы. Пойду на другую сторону. Я вас обманул. Это была обманочка. Это магия. Вы должны успевать закрывать. Это же как это, 600-я ночь. 500-я. Ладно, надо, можно было и успеть убить их. Может, реально быстрый аниматроник? О, он дрожит так. О! Фредди. Только какой? А вот этот, слышно звук вам? Да, слышно немножко. Иду, иду. Ну, пришел. А видно меня через... А, блин, сильно близко подошел. Так, сейчас у меня есть анимация. Или нету? Вроде нету. Ты в бешенство вошел.
вашего бешенства. Так, да. Откуда ты знаешь, что это бешенство? Это очень злой режим. Это поломанный режим. А, я реально не могу двигаться в этом режиме? Класс. О, проснулся. Убежал. Так. А, блин, забыл! Так, пацаны, я вас сейчас обману. Это медленнее аниматроник, вы должны сейчас четко успевать. Не, не открою. Все, я побежал на, на другую сторону. Идет ты в углу. Видно, да? Ладно, хорошо, хорошо. Видно и отсюда. Сейчас мы... Так, давайте реально возьмем быстро, потому что шансов вообще никаких нет у меня. Пока Димас там бегает, у нас есть информатор. Кто такой информатор? Я вас сейчас убью. Вашего информатора. Ты найди его. Думаешь, не найду? Нет. Я так ногой стою и делаю. Я же информатор. Я вижу вашего информатора, вот он. Я его наказал. Как-то. Да, хороший был человек, охранник. ВИЧ. Охранника ВИЧ. Нет. Привет, пацаны, шо вы тут? Нормально все? Извините, это просто дайте на радостях, что я могу вас смочить на спауне. О, прикольно, это сами звуки на карте, кстати, сделаны. Марионетка, по-моему. Да? Нет, это спринтрап, кстати. Спринг Бонни. Так, кто у нас еще из аниматроников? Эндоскелет. Ого, он быстрый. Вот это скорость у него реальная. Я буду говорить, ребята, вам атака, вы должны будете угадать, с какой же стороны я бегу. Нельзя сюда информатором ходить, никому нельзя. Все, я атакую. Не угадали. Вот это сегодня какой-то бешеный аниматроник. Реально бешеный. Нет, немножко плохая. Я атакую. Я вижу, вижу, челик идет. Я тебя вижу за ящиками. Это как-то сильно палевно, ты играешь. Так, и что ты будешь делать? Информатор. King and Fire так сидит на картофанах. Привет. Как дела? Так. А где у нас была, короче, Чика, которая классно танцевала? Сейчас мы их найдем. О, у нас же есть вот такие аниматроники. Я забыл. За маленького чили-пиздрика. Пацаны, готовьтесь. За ноги буду кусать. Так, один вырвался на свободу. Надо его найти и наказать. Так, может он в туалете сидит? Я уже в комнате своей, ну да ладно. Ищи меня. Я иду, я иду. Вот, блин, застрял. Да я в туалете уже. Ой. А, блин! Как-то странно он себя ведет. Да. Ой, я могу через окно тебя убить? Нет. А если ты голову просунешь, я могу тебя убить. Вот смотри. Прикольно сделано, я не должна через текстурку уже замочить. Эй, придавили башку! Кстати, у меня 750 жизней, помогите. Давай, 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 лупи, лупи, лупи. Эй, я прилип к двери, что ли? Эй, прилип к двери! Че за баг? Не катайте меня так сильно, меня сейчас тошнит. Эй, ну... О, спасибо, спасибо. Отлипейшн. Закрыть, закрыли. Хорошо, давайте я буду вас убивать, когда я могу зайти к вам туда в офис прям. А, не успеваю, сейчас подловлю. Я же профессиональный аниматроник. О, видишь, не... Прощай, прощай, прощай. Отлично. Убил. Так, теперь я возьму, ребята, невидимого аниматроника. Это чайник скид.
Это Бэйби. А, нет, это Рина. Ладно, панику смотри. Закрывайте. Слышно вам? Ну, не очень. Музычка. Перед дверью где-то стоял. Видно было, да, меня? Ты по никнейму увидел? Да, да. Отлично. Читы. Какие читы? Я невидимый, просто за дверью сижу. Давай, высуни еще голову через стекло, давай. Высуни, высуни. Я тебя убью. Красиво обошел. Нельзя тут смотреть, никому ходить. Побегу резко. А, прибежал. Давай, иди обратно, я сейчас резко побегу. Я убиваю всех сегодня. Да, сегодня охранники не такие, как раньше. Так, музычка. Ну чё, пацаны, вы признаете, что сегодня я самый сильный аниматроник? Или не признаете? Как это пока что? Напишите в комментариях, сегодня я жестко их мочу. Вроде бы и по-честному. Раз нет энергии, тогда одна дверь должна быть открыта. В следующий раз я буду так охранником играть, а один из вас будет аниматроником. Ну чё, давай. Ага, ты опять там. А ты, блин, я думал, вы все-таки с этой стороны откроете двери, и я красивенько проскочу. Да блин! О, убил! Убил, отлично! Пацаны, я вам помог. А ты... Ну что, самый мощный аниматроник выиграл сегодня. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Стаканчик, Серега, Бродяга. Как всегда, очень много классных подписчиков, скажите крутые слова. Всем привет! Всем привет! Здоровья. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Как мы обещали, все будут аниматрониками, а мы с Серегой вдвоем охранники. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, Сережка, закрываем для начала двери, осваиваемся, потому что подписчики сказали, что будут ходить нас сегодня жестко пугать. Так, смотри, сколько их тут. И тут Фокси, и здесь Фокси. Надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Пацаны, дайте дверь открыть хоть на секунду. Пошли вон отсюда. Ой, брысь. Ой, Серега. Заходи, заходи назад. Заходи, заходи. Сегодня будем веселиться. О, я слышу, опять бежит. Да это что вы? Гармонист, иди на гармошке песни пой. О. Так, так, так. О, еще один. Фонарик. А, я вижу, я вижу. Лицо свечу, уходи. Классный мод на фонарик, очень круто смотрится. Чпоникс. Так, смотри, кто еще тут пришел. Ооо, это говёный Фредди. Смотри, смотри, ой, тёмный Фредди. Ты что творится, ребята? Чё вы деретесь, что ли? Кто будет возле окна стоять? Гачи-мучи. О, смотри, и замер. О, смотри, пошёл. Вот это кабан. Нифига себе у него руки, видели? Обиделся Серега, взял, оскорбил аниматроника. Еще один пришел. Ну, конечно, жирный золотой Фредди пришел. Как его не оскорбить? Они там все крякают, кряхкают. О, а смотри, кто пришел. Спринг Бонни. Ой, волчара. Ого. Вы че, вообще сумасшедшие? О, смотри, голову вывернул. Тебе не больно? Нет. Так, а здесь? Ого. Дим, я сейчас сюрприз туда закину. Давай. Закрывай калитку сразу. На, попей воды. Бон аппетитос. О, стучит, смотри, я помню эту анимацию. Хоть посмотрю, как она выглядит, когда это изнутри. Слышь, ты нам стекло разобьешь. Будешь мыть стекла. Да он убежал. Он таракана там придавил. Открываем двери на секундочку хоть. Отлично. Смотрим внимательно. Пока мне все хорошо. Серега еще даже ни разу не проиграли, потому что мы профессиональные охранники. Да. О, слышу, челепиздрик идет. Закрываем двери. Марионетка тут, Дим. Никого. Ай-яй-яй-яй, бежит-бежит. Успел. Если вы подойдете, мы не успеваем дверь закрывать, так что вы нас напугаете.
Так, Серега, давай, просыпайся. Пора на работу в пиццерию. Хочу работать, у меня еще 5 минут. Слышь, ты что тут сальтухи крутишь? О, прикольно. Чилипиздрик называю я на него, ушел. Мониторы поломанные, все полома... О, с этой стороны пришел. Блин, я хотел только дверь открывать, он уже пришел. А нет, как его лучше? Purple Freddy. О, эндоскелет. Я думаю, что я не вижу, что ты там сидишь и смотришь. Ржешь, а? Так, марионетку вижу, стоит. Слышь, я вижу твой микрофон, зарубряй свою руку, вонючую. Убери твой этот VD-900 микрофон конченый. Ой. О-о-о, там я видел, я видел. Ой-ой-ой-ой, он идет сюда. Димка, я думаю, пора наказывать аниматроников. А каким образом? А вот таким. Че ты за мешок цемента у тебя в руках? Я ты взорвешь нас. На. Нет. Ого, он что, он там дрожит? Закрывай. Так, я вот так по краешку. На. Ты давай открывай, а я буду кидать. Давай с этой стороны. Отличная тактика, так. Мне нравится. Давай еще. Я постараюсь сразу две закинуть. Ой. Серега, а если ты взорвешь, мы умрем или нет? Да. А если вот так вот прям в уголок запрыгнуть? Нет. Все равно умрем? Да. Придется жертвовать собой, что ли? Говно. Закидывай тогда все. Мы откроем двери, они сюда зайдут, и мы пожертвуем с собой. Ой, сколько, ребят, вот это у нас сегодня трэш какой-то с аниматроников, все лезут к нам, все хотят охранника уничтожить. Ну, мы эти... Я на тебя нацепил бомбу. Камикадзе, пожертвуем с собой. О, смотри, кто пришел, он может через это убить, через окно даже. А ну, нажми удар, ударишь или нет? А, нет, все, надо отойти. Нас, мы все равно умрем, на тебя бомба зацепила. Ничем, мне нравится. Ого, пришли. Вот это великаны. Че, Серега, взрываем? Открывай двери. Давай на счет три. Ты эту открываешь, я эту. Все, взрываю. Ух ты, я хотел еще выбежать. А вдруг? Ай, закрывай калитку. От блина. Слышь? Ай, я застрял. Так, выходи. Ушел, отлично, закрываем. Здесь открываем. Ой, закрываем. Нет, это так не работает. Ой-ой-ой-ой-ой! Да блин, а я открыл, ты закрыл. И так мы и жили долго и счастливо. А, в этой карте двери не убивают. Было бы прикольно, если бы дверь мочила. А, на стол не пускают допрыгнуть, я понял. Да что ты вечно умираешь тут? Ломается, говню. У него батарейки хватает только сюда дойти, а потом она садится. Думаешь, я тебя не вижу с правой двери? Твой нос торчит там. Вот ты видел, Дима, нос торчал в двери? Не-не-не. Я дурак. Не вижу его. А его нету. А вот он ушел уже, он в невидимке. А, он есть. Пока, Дима. О! Эй! Привет! Заходи. Закрывай, закрывай. Вот это жесть, они ржут. Че у нас не убирается в нашем офисе? Куча паутины. О, шкатулку кто-то принес. Опа, стоит. Красавчик. Пошел, пошел. Я вижу тебя, ты ползаешь. Тогда чуть посмотрим здесь. Ничегошеньки нету. Как-то спокойно. Тихо. Эй! Марионетка, психичка. Прикольная анимация вот эта, очень классно смотрится. Смотри, какие у нее глаза без маски, просто две точки. Да. Офигеть. Мерзкая марионетка. А рта даже нету, прикинь, Зим. Ну да, а на маске есть, как будто кричит. Да. Зато зрачки есть, в чем прикол, да? Угу. Опа, я вижу здесь тень аниматроника вроде бы. Да. Ага, тебя видно. Если бы еще тени откидывали, вот это был бы вообще трэш. Ну. А давай мы откроем и закроем. Оп, оп.
Я пузо вижу твое. О, пришел. Твой Бонни. Красавчик. Ну а что ж, в большой семье клювом не щелкают. Так, пока мы смыслились два раза. И это уже хватило, чтобы мы запороли ночь. О, я запрыгнул. Думал, сюда нельзя запрыгивать. О, я тебя, Серега, вижу. Вон он лазит. Так, смотрит, смотрит. Я тебя вижу. Мы дверь открывать не будем. Ты нас замочишь сразу. О, еще один. Ну что, по очереди здесь? Бежим, бежим, бежим. Чика стоит. Ух ты! Оно! На! Меня убили. Всех подряд мочат. Смотри, эндоскелет. Прикольно, стоит. Руки вверх, штаны наверх, да? Давай и чё? А, не, ушел, ушел, ушел. Ого, у нас тут черная. Надо уже полы мыть. Ой. Да блин, я его не увидел. Ну не увидел его, он сильно жесткий. Я крыса. Замочил нас двоих. Красавчик, красавчик. Ну а что ж, надо быть внимательным. Так, кто у нас тут топает? Вы плитку поломаете, тяжеленные аниматроники. Рассмотрим изнутри, прям видно механизмы. Крючок. Пасти, золотые зубки. А что ты золотые? Где родные? Выбили уже, да? Да. Ушел. А нет. Опа, включил добрый... Да, злой режим, тихо, не надо, не надо. Я его боюсь, а. Смотри, какие глазки. Классный аниматроник. Ого, у него пятак какой, прям дышит мне в нос. Я нюхаю тебя. Ага, понюхай, понюхай. Фу, говной воняет. Так, думаешь. Открываем. Да блин, да что, его не видит? Он специально подкрадается на подкрадулях, чтобы мы его не видели. Да? Блин, ну умный аниматроник. Самый умный аниматроник сегодня у нас. Самый умный аниматроник в пиццерии. Так, Серега, теперь надо нам этот, внимательно перед тем, как открывать, я буду все чекать. Так, никого... Есть! Чика. Я чика. Твой отравленный кекс есть не буду. Иди его довари. Чиспикень. На мангале дожарь. Я вижу, возле двери стоит здоровенный аниматроник. Вот с этой стороны открываем лучше. Да блин, я успел. Там кто-то был? Да, черный чилипиздрик пришел. Вон я его вижу, пятак просвечивается. Это Голден Фредди. Слышь ты, ты своей головой тут не махай, на тебе. Так. Выключился. Ну-ка, он там один, кажись, был, я выйду. Серега, будь надо аккуратней. Какой умный чилипиздрик. Так он в невидимке был, конечно же. А я его увидел. Опа, когтяки у него, ничего себе. Так, смотрим с этой стороны. О, стоит. В невидимку зашел этот говнюк. Ах ты, блин. Я его заморозил, Серега, но он нас мочит. Да блин. Я ж дергаюсь, у меня сейчас сердце вылетит из жопы. Тебя заморозили, говно ты такое. На тебе. А, вот так значит. Так, открываем. Наверное, никого нету. А, я даже не... О, ой. Компания сидит. О, тут точно никого нету. Нет, тут тоже кто-то есть. Замуровали демоны. Тогда окружили нас. Я без боя не сдамся, Дима. Я знаю, что возьму сейчас. У нас есть гранаты красные, которые обсерейшн делают. Так мы тоже сдохнем сейчас. Не, я кину туда. Вот так вот. Смотри, как оно его дамажит. Не подходи, Серега. Он, видишь, не может теперь подойти, его отталкивает. Дамажит со всей силы. У меня один хп остался. Ах ты. А как так-то? А ты от собственной гранаты умер. Так она вроде далеко была. Давай здесь скину. На, попей. А, давно. Блин, мы сейчас будем умирать, да, по чуть-чуть? Да. Ого, ты тоже кинул или нет? Нет, это ты кинул. Блин. О, я эту газировку знаю. Такие трупы лежат. Серега, просыпайся, это все нам снится. Взрывай. Я даже не буду возрождаться специально.
И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега и подписчик. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Димончик, поздравайся. Всем привет. Сегодня у нас карта FNAF 1, всем нравится рубрика «Аниматроники пугают охранника». Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Димон, давай, короче, знаешь, что мы сделаем? Мы эти двери удаляем. И ты делаешь бабушкины калитки, потому что личка за... Блин, а эти двери могут убивать. Блин, как не надо, могут мочить. Да что так нечестно? Так не должно быть. Да что такое? Это что? Нельзя в друг друге шмякаться? А, нельзя в этом месте появляться, где мы спавнимся. Понял. Все, вас тут... Ладно, давай с этой стороны удаляем дверь. Так, не подходите. Так что это? Вы меня запрягли на калитки делать, да? Всем нравится очень. Я не знаю почему, Димон. И мне тоже нравится. Раз так нравится, раз так просят, тогда влепите лайкусик. Значит. Да, и напишите классный коммент. Коммент. Что за рожа страшная летает здесь? Не зря же я калитки вам стараюсь тут делать, правильно? Конечно. Тем более бабушкины, не просто. И использовать еще резинки от трусов, это вообще жесть. У нас тут РТ-камеры. Все по феншую. Так, сегодня у нас будут калитки, наверное, все-таки из... Из криптонита аниматронического. Да какие-то прозрачные, может, решетку. Подожди. Вообще, калитки... Ой, что-то передо мной летает, тут интересно. Кто это летает, интересно? Кто-то. Вот. О! Это корабля. Так это мы что, в корабле, что ли? Корабельная калитка. Так, надо отойти, наверное. Давай я пролечу, чтобы не мешать. Так, а стройка продолжается у нас. Дима, оно тогда... Или ты ровно поставишь? Да нормально, Димас. Пойдет, да? Димас. Строители от бога. Обращайтесь, мы можем ставить ровно двери. На тебе за это, Димон! Правильно, Серега. Нечего стоять долго калитки делать. Я что-то плюс. Блин, я вспомнил. Эх, впустите меня сюда. Блин. Обошел. Блин, я забыл, Димон, что можно фонариком в лицо ему светить. Так я светил. Блин, ты светил мне в лицо, не ему. Надо было ему светить, Мончик. Кто-то вас перепутал. Да-да-да. Неужели я так похож на этого красивого аниматроника? Во. Так, опять кто-то за розетки. О, давай, с Half-Life 2, погнали, барьеры. Барьеры ГОшника. Да-да-да. Еще сейчас поставлю сюда ГОшника, будет сид-карту предъявите. У аниматроника спрашивают. Аниматроник такой, в смысле сид-карту? Так, ампутировать его. Ага, сейчас. Так, а ну давай попробую пролезть тут. Не смогу пролезть. Подожди, там не пролезешь. Кто-то идет. Здрасте. А я в лицо... А, этому не работает в лицо. Покрасили. Надо было хотя бы Димон плюнуть ему. Я не знаю, что там было сделать. Так. Быстрее, нет. Ну, впускай. Новая калитка. Заходи. Давай, закрой. Закрой. Ну, по башке ему дай. Блин, он ее как-то криво поставил. Уйди. Это щит непробиваемый. Он меня за ляжки укусил. За ляжку, да. Кстати, этого скримера не помню. Четерюга какой-то. Димон, может, скримеры добавили новые? Может быть, может быть. Так. Почему у нас такой барьер ярко-белый такой? У тебя тоже он? Нет, белый. Он у меня просто такой ярко-белый. Не. Такой, как прозрачный. Не, я имею в виду по краям. Светлый он у тебя? Нет. Темный? Ну, как цвет металла. Я выровняю башкой своей, все ровненько стоит. Так, ладно. Какие-то резинки от трусов растянутые сильно. Давай, мужик, иди. Мужик. Я вижу через этот барьер. На! Да, не надо было мне уходить. Надо было. Что поделаешь? Так, уходи отсюда, засранец. Так, короче, надо ловушки здесь поставить парочку. Так, он лезет! На тебя, говнище! А, я успел взорвать! Ого, там кто-то идет здоровенный. Не-не-не, ты к нам не заходи. Не-не-не-не, не пройдешь. Не-не-не-не, иди отсюда. Так, Димончик, я здесь немножечко ремонт делаю. Бомбовый. А что у нас дырка в потолке? Прикольно. О, кстати, может там что-то есть? Ну да, крепление люстры есть, это очень нужная вещь. А ну-ка. Пиццерия не такая большая, но можно, в принципе, прятки поиграть. Ну, прятаться нема где.
Афтон идет к нам. И нам идет Афтон. Так, быстрее закрываемся. Закрывай эту штуку. Че ты нас сделаешь? На! Сранец. А? Ой, Димончик чуть не взорвал. Так, он ушел. Он уходит, он уходит, он уходит. Идет. Ой! Отпустить, да, тебя? Вот, мужичка впустил. Афтон пошел по такой легкой походкой. Невас, а ты где? Я на кухне сижу. А, на кухне? Я боюсь. Он к тебе, наверное, идет, да? Да, он ко мне идет, постарайся его обмануть. Он нам камеру съел, я понял, спасибо. Сожрал нашу камеру. Проходи. На кухню, пацаны, лишний раз не заходите. О, Димас, да я там боб наставил еще на столе там с разных сторон. Я понял, почему не надо заходить. Да-да-да, там очень жестко было. Очень жарко. Очень жарко. Надо тогда что-нибудь там это холодненького. Ай! Беги, лучше бегу, беги. Бегу, бегу, бегу! Нет. Нет. Ого, нет, так кто-то нет, мои бомбы взорвал! Димас, я его убил супер-мега-топовым оружием. А-а, админским пекалем, что ли? А-а-а, да. Как у нас очутился наш этой берлоги? Не знаю. Ты откуда взялся, молец? Так, кто, так тут, кто тут звуки странные издает? А, это он! Он идет, да? Где он? Он идет, он меня убил жестко, еще кишки мне выпускает. Да что он не закрывается? Нет! Димончик, где наши двери новые? Все, съел их опять. Ты че, резинки от трусов пои? Блин, тут же мои бомбы стояли. Димас, красавчик. Ну я умный, да? Ты прям бежишь? Я хотел вместе с тобой залететь в дверь, но ты меня спас, можно сказать, от своих бомб. Я их разминировал своим туловищем. Я вижу здоровяка какого-то там. Дима, осторожно, с левой стороны бомба. Паркур. Кто меня не видит? О, я не вижу. Дима, кто-то взорвался на моей бомбе. Я заминировал всю карту, пацаны. Я сегодня минером, короче, заделался, но не до конца. Да. Как эта дверь открывается? Выходи отсюда быстрее. Так, ой, Димон, сейчас. Ты видишь, он идет? Видишь, да? Нет. А я тоже его вижу. Хотел быстрее взять админский, но не успел. Запереживал. Так, надо сваливать. Вот здесь самое, ребята, лучшее место. Вообще в любых хоррорах это самое лучшее место. Так, тут мины, он разморозился. Ой, разминировал. Так, давайте посмотрим, он там где-то ходит. О, по бочонкам. В сторону туалета. Ого! Так. Спринт-трап! Все, я спрятался. Диман, админский пистолет, я разозлился очень сильно. Я спрятался. На тебе, Сережка. Убил меня 3 раза. Тихо, это Пикачу здесь. Это ты, это мы. Давай, короче, Димон, шкеримся вдвоем, да, на нычку здесь? Я, Димон, детектив Пикачу. Кстати, надо посмотреть фильмасик. Так, давай. Хай, о, там балунбой. Да-да-да, тихо, жди, давай устроим засаду. Сейчас он только заходит, сразу мочи его, в голову стреляй. По ногам. Окей. Мы же копы, Димас, мы должны еще жизнь сохранить. Хорошо, давай, Димон, прикрывай меня. Димас, ты вообще совсем не паришься. Аниматроник уничтожен. И вас жизнесохранялище, да? Так, так, слышу противный звук. А я знаю, что это какой-то бабкин внук. Выходи отсюда! Ой, выходи сюда! Сейчас, где сейчас, ты ходишь? О, у меня съел. Я его, Димон, откидываю, видишь? Давай. Смотри, газку сейчас ему. Пошел отсюда. Димон, он зашкерился, иди заходи. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай накидаем ему туда. Давай, закидываю его. Прям вовнутрь туда. Да-да-да. Ого, ты разозлился, Димон. Вот он через стену, видишь его? Вот он читер вонючки. Я его говном, Димон, закидываю. Иди сюда. Зачем, Димон? Я его газком, а ты его... Я говнище. А, он обошел. Он что, пролетел через новые стены наши? Да. Ах ты вонючий человек. Так, достаем 4-палую ракету. Давай, Димон, я тебя буду прикрывать. Давай сейчас рассосется тут все. Давай, рассасывайся. А, Димас, сзади, гаси! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Сунду, Бульбазару, Сок, Яблочный, пацанчики, поздоровайтесь.
Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранников». Все написали в комментариях, чтобы мы с этими новыми пилпаками записали эту рубрику. Так что, ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Все, что вы пишете, мы записываем для вас. Пацаны, вы знаете, что я буду немножечко сегодня добрый? Да. На, ну одну минуту. А потом это очень жестко мочить. Поняли, да, о чем я говорю? А, ну минута не прошла, извините, просто не выдержу. Классный аниматроник, он реально классный. Его руки торчат через камень. А, он может телепортироваться. Он может исчезать. Он может ставать видимый. Он может садиться и отдыхать. Прикольно, кстати, анимация. Так. Чика довольно-таки тоже неплохо все делает. Я на жопе не могу ездить, было бы прикольно. Она так бежит. Легкой походочкой иду я к пацанам. Классная анимация, мне реально нравится. Разработчику респект. Ну зачем вы дверь оставили открытой? Если я буду только мочить, тогда, когда будет дверь открыта, так не буду. А я бегаю по пиццерии и Да, пацаны, можете использовать оружие, только не очень жесткое. Только не очень? Да, ну, допустим, пулеметы можете использовать. Вы же понимаете, если дверь откроется, я вас убью. А ты где? Да. Пацан, к успеху шел, не фартануло. Не открывай там, вон. Дверь убийца делает все за меня. Я ее запрограммировал, чтобы она убивала охранников. Все продумано. Снимайся свой. Слышь, откуда пулемет? Кто будет читерить, тот будет умирать. Давайте посмотрим, режим полета включенный. Ну, конечно же, надо выключить. Все, пацаны, я убежал. О, давайте возьмем другого. Так, давайте анимацию. Что у него за анимация? Просто челюха, да, шевелить? Так, акула стоит с пулеметом, все хорошо. Уходи отсюда, уходи. Говорю, уходи. Уходи, я тебя еще раз убью. Эти дверь уйду. Иван, я сверху тебя. Чем это вы надымели вонючим таким? Давай, стреляй, стреляй, стреляй. Трать патроны зря. Они бесконечные. О, я музыку могу делать, это круто. Ой. Нет. Палюсь, 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 пацаны. Ой, классное место. Ты так упал, как солдатик. Чпоньк на спину и все. Ждем, пацанов. Классная игра за аниматроника с этого пака. Они реально очень классно сделали. Как тебе мои свинцовые пули? Ну так себе, ты упал как щенок. Как акула дохлая. Ого, вы там забросали кастовыми гранатами. Ну зачем столько много? Чтобы ты не прошел. Ну я не прохожу, я ремонтируюсь, я в комнате, там где мастерская. Интересно. А чё, вы боитесь зайти с иконы? Ну акула, ну что, о, пошел, пошел, умный человек, уго. Так, пора выходить, я вспомнил, мне надо по хлеб. Так. Ой, тут розовый, а, это, наверное, зеркала должны быть. Слышь, отвали. И вас застрял в туалете. А блин, я в параше застрял ногами, заклинило. Да что ты ржешь? Я не знаю, как выбраться с этого говна. Это примерно как настрал, что ноги застряли.
Я ничего не... А, я... Блин. О, давай, давай, давай. Я сейчас вылезу как-то. Ты не вылезешь. Не, не умри. Ой, умри. На! Блин, бомбой палюсь. Какой-то человек поставил... О, отлично, отлично. Где мы тебя будем? Будете выходить сюда? Я должен... Этот, вы должны же в офисе сидеть. Зря вы так, зря. Ах ты, дерьмо, пригвоздило меня. Так, надо как-то прятать этот... гвоздик этот. Ходят, ходят, ищут меня. Опа, маньяк пошел. Я сейчас маньяка убью. А, ну видно, прозрачная текстурка такая небольшая. Ай, самого себя убью. Да. С кем я играю? Пацаны такое делают, что сами себя мочат. Вот молодцы. А, вы появляетесь друг в друге? О, Минский. Ах ты подлюкса! Да как ты меня убил? Ла. Я знаю. Да теперь я буду умирать. Так, давайте мы тут поставим спауны. Так, пацанчики, стопунчатки. Где я тебя? Чпоньк. Во, красота. А, вот так ты, значит, со мной. Я к нему со всей душой. А они? Дайте взять аниматроника. Что вы меня убиваете? Мастерская — это будет моя зона. Вот, вот у нас еще есть новое. Я вышел на охоту. Кстати, невидимым я не могу вставать. Нет, нет, нет. Я иду, просто гляньте, как терминатор видит цель, но не видит препятствий. Я иду в ваш офис, я должен его захватить. Отлично, отлично. Ребята, это мой офис. Ух ты, осторожно, ты двери поломаешь. Осторожно! Ты пролетел на В, что ли? Да не! А как? Там сверху есть сломанная крыша, в нее можно залезть. Я что-то, знаешь, бегаю и думаю, как же вас убивать постоянно? О, засада, засада! Это самая любимая моя часть. Когда люди будут проходить, не знаю, да почему же мы умираем? Ну как? Где кто? А я сижу себе. Ой, я только, знаете, как типа жду. Что? Кто? Ну где я? Где оно? Догадайся. Я видимый, я невидимым не могу вставать. Понял, где он сидит. Где? В будке. Да. Я в уборной. Тут, знаете, где не туалет, а там, где, короче, стоит ведро, чтобы полы мыть. Ты чё, офигел? Вы чем стреляете? Алло. Это очень мощное оружие. Я могу его только использовать. Да ну, ну нифига себе. Нема дверей, что ли, у меня? А где двери? Да отвали ты от меня. Ой-ой-ой. Вот это они хотят подобраться, а я им не дам. Давайте, кто, кто, кто? Да ну блин, жизни выносятся потихонечку. Надо отходить от дверей вовремя. Вот в эту сторону, да, 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 да. Вот в эту сторону. Отлично, отлично. Ай, блин, а что это дамажит? Красное говно у меня опять. Ну легче, пацаны. Да вы сами себя убиваете. А это кидает и кидает, кидает и кидает. Ты по кнопке жмешь, чтобы сразу залить. Ну нифига себе. Умирай.
А я просто сижу себе и все. Как же тебя выманить? Ладно, я выйду сам, пацаны. Я понял, что это все не так. Не пойдет так дело. Умирал. Не, я иду мочить вас. Эй, что это за леденящее говно? Спанч Боб, отвали. Ого, такой звук прикольный у оружки. О, я сейчас возьму монетку, тебе капец. Нет, не-не-не-не, у меня 6 тысяч жизней, ты меня убьешь сразу. Да-да-да-да. А ты попади монеткой сначала. Ты ж не убьешь меня, ты ж понимаешь, что никак это. Ай! А как ты дамажишь, если ты стреляешь далеко вообще? Нормально через стенку убивать. А нормально убивать монетку через стенку? У меня осталось 2000 жизней, так нечестно. Я придумал. Я контролирую эту карту, она моя. Нет, она моя. Да давай, а ты так ты зайди в туалет. Вот ты захочешь в туалет, ты не зайдешь. Придется делать это в штаны. И стенку убивать. Ладно, ладно, 900 жизней осталось, я пригвожден. Нет, я не пригвожден, я пригвожден. Я когда этот перевоплощаюсь в другого, в доброго или злого, у меня жизни пополняются. Хорошо, 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 хорошо. Дайте время мне восстановиться. Ай, даю. Вот так вот, значит. Я к ним со всей душой. Давай, так, давайте возьмем. Давайте возьмем вот этого. Давайте с этого пилпака, мне не очень нравится. Вот эта злая бабка. На щупальцах очень круто смотрится. Кто знает, как ее зовут, напишите в комментариях. Пупет написано. Мне кажется, не так немножко называется она. Или оно. Отвали от меня. Давай, иди сюда. Да хватит. Ну давай, мочи. Вы же друг друга. Так убейте меня. Тут бомба даже уже катается. Я вам выкатываю бомбу. На. Звук такой прикольный. Ой-ой-ой. Всем привет, дорогие друзья. С вами Дима Скромник. Я и она. Чехов, Вилдвольд. Даня Вайт. Пацаны, поздоровайтесь. Всем пока. Всем привет. Здравствуйте. Я когда говорю в начале ваши имена, я чувствую себя каким-то, знаете, когда в начале фильма субтитры-то говорят. В главных ролях Джон Коннор. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Как всегда, я буду брать разных аниматроников, включать разные анимации. Сегодня у нас будет два режима, как я и обещал. Когда будет в пиццерии гореть свет, я буду добрым. Но когда свет будет выключаться, я буду вставать злым вот таким вот. Сейчас. И всех мочить. Да, это не точно. А, я не могу. Всех мочить. Если Петюк, что приятного аппетита, а мы начинаем. Сегодня покажу фишку этой карты. Смотрите, когда вы находитесь внутри, вы не видите, что она там снаружи. Обратите внимание, ничего не видно. Надо только включить свет, да, я так понимаю? Да, только свет. Да. Так, вот, включайте свет, видно. А я аниматроник, с этой стороны вижу все. А ну-ка, откройте калитку. Вот, я вижу. Это очень крутая фишка, мы эту карту добавим в коллекцию. Эта музыка радостная, когда он добрый, радостная музыка играет, все весело, хорошо, пицца. Все танцуют, радуются. Я хочу пиццу. Какая ты пицца? Ты не пройдешь. Так, какие еще у него есть анимации? Я пока что танцую. Вот такая музыка есть. А так, у него есть еще один режим? Так, это что за режим у него? Он злой? Нет, это он пока что злой. А, предзлой, предзлое состояние. Да. Ходим, ходим, но никого не мочим. Пацаны должны быть всегда наготове. Только выключится свет, все, кто будет не в офисе, я буду мочить. Моментально. Пока ходим, веселимся. А какой звук в этом режиме?
О, уже звук другой. Это знаете, как будто его подглючивает немножко, и уже сбой идет программы. Скайнет уже внутри в меня. Ты как пьяный идешь, ты понимаешь? А бы я не знаю почему, что со мной? Мне плохо, наверное, на душе. О нет. Так, а ну еще у нас какой режим есть? Давайте все в комнату охраны. О, это я... О, микрофон бросил. Все, у меня сбой программы. Свет отключился, я бегу. О нет. Я бегу. Закройте дверь, нет. Успели. Я успел закрыть. Так, бежим сюда. О нет. Не успели. Круто. Так. Все. Закрывайте. Электричество закончилось. Электричества нет. Нема электричества? А я добрый. У меня режим сбился. Хорошо. Придется прятаться. Но вы смотрите внимательно за моим режимом. Я могу всегда сбой дать. Окей. Я испугался. Бежим. Немного. Ой, идет сбой. О нет. Бегите в комнату. Ваша цель спуститься в подвал и включить кнопку, да, там нажать? Наверное. И у вас появится энергия. Давайте я пойду за вас нажму. Давай я. Да что у меня глючит какой-то аниматроник. Давайте Чика возьмем. О, Чика тоже нормальная. Что за зомби? О, я вот такой звук могу конченый издавать. А ну-ка проверяйте, заработало все у вас? Да. Тут очень темно, надо свет подрубить пацанам. О, и свет включился. Все, Чика пошла, добрая. Димас, ты такой пьяный. Да что она ходит, как конченая? А я иду на работу в пиццерию. Я добрый, просто ты мне мешал ходить. Так, какой еще режим есть? О! Я не могу быстро бегать только. Как маньяк идешь просто. А у меня глаза кончены, да, смотрится? Ну, у тебя башка трясется, да. Да иди ты. Не возле меня нельзя ходить, я же злой. Точно, я же забыл. Сбой программы, обратите внимание. Все, я выключился. Меня до сих пор не убил. Не убил тебя до сих пор? Да. А вы знаете, что у нас есть очень злой аниматроник? Привет. А, я сейчас когда он подтвердак. Я дамажу, я же вижу, что я дамажу. Получай. Вы убили брата моего? Да. А, хорошо, все, я иду, ждите меня. Я иду, я очень разозлился сильно. Ой. И меня. У нас же есть вообще прям жесткие аниматроники. Сейчас покажу. Сейчас. Вот. Ой. Убили. Это бан. Опа. Никаких звуков, ничего не издаю. Включаюсь. Кто дверь закрыл? Дверь откройте, быстро. Закрывай. Так, я не понял, какие-то у него режимы странные очень. Так, это он выключенный. Это он включается, энергия идет. Отлично. Еще разные режимы, надо привыкнуть к ним. Мы редко этих аниматроников берем, надо их изучать. Так, короче, я пошел. Первый режим, он садится, второй режим, он там что-то агрессирует, а потом еще что-то. Ты меня понял. Так, у этого вообще режимов нету никаких. Вот у нас есть челик, у которого классные звуки. Where are you? Ах ты! Иди сюда! Это что, прошли ночь? Да. Выиграли. Да ка... Ой! Да не может быть, что вы выиграли! Еще время! Не прошло! Я еще должен вас убить много раз! Мы выжили. А, вы же меня не видите с этой стороны. На, я помог. Пушку дал. О, теперь видите. Теперь не... Кто будет дверь открывать, я буду мочить. Нет, иди.
Давай, кто еще? Энергию выключили. Бей, анимация, быстро. Нет, он на аниматроне. Я в стене, пацаны! Помогите, кричит, слышите на русском? Да. Зря вы по мне стреляете, сейчас у меня анимация пройдет и вам жопа. Убегаем, убегаем! Дождите, пока я анимация пройдет. Все. Вот это да, жесть, он кричит. Все, сдох. А что дальше? Я просто лежать как дурачок буду? На пробел либо на R нажать. О, спасибо за советик. С добрым утром. Вот это звук классный, когда он стоят. Ну что? Не найдешь. Я пошел. У тебя так еще а теперь я удаляю свет на карте. И иду включать ночной режим. Готовьтесь. Только я дойду и выключу свет, вам всем жопа. А я могу быстро бегать. Все. Откройте дверь. Откройте дверь. А откуда свет падает? Даже этот свет, он откуда-то идет. А, разработчик сделал, что не полностью темно. А это может из-за генератора? Да. Может быть. А генератор как должен сесть? Со временем, о, да? Должна быть энергия у нас закончена. Не надо тут нам ходить. Выключаем свет. Знаете, что аниматроник? У него есть ночной режим. Мы знаем. Знаете? Да. Эй, ты что тут ходишь? Хотя, мне кажется, на этой карте ночной режим надо подрубать. Плохо, но видно. Ты чё, по кому стреляешь? Ого. Сеттингс. Ночной режим активирован успешно. Во, ночной режим подрубил. Ты чё? А теперь я буду вас держать всех в офисе. Никто, кто выйдет с офиса, буду мочить. Димас, а я не в офисе, я-то живой. Иди ты, Димас. Я спрятался. Тут в этой карте особо не спрячешься. Ты уверен? Не, ай! О, как! Отлично, отлично, мне нравится играть. Спринтрап, как всегда, очень быстрый. Димас, я там, где генератор находится. Я тебя не вижу, ты врешь. Димас, ты выживешь? В смысле выживешь? Я всех убью сейчас. Ну, иди сюда. Эй, жизни быстро тратятся. Ого! Ты своих мочишь. Нельзя своих мочить. Так, давайте посмотрим, что у меня там. Ага, ночной режим активирован. Давайте возьмем другого аниматроника. Я буду повыше немножко. Так, кто у нас? О, я возьму, знаете кого? Тех, кто кидает скримеры. Нет. Нет, не надо. Да, надо, надо. Я вылажу. Димас, все, крышать. Ну-ну-ну-ну-ну, сейчас анимация пройдет вроде бы. Вот, ой, вылез. Потихонечку ой. Вылазим. Все, Чика вырвалась на свободу. Ай, попал все равно, ой, ой, ой. Эй, я гранаты не могу пройти, сейчас граната кончится, я пройду. Так, так, так. Как будто в красной двери где-то застрял. Ну? Я иду. Нет, не иди, пожалуйста, пацаны все в охрану. Ай! 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 Больно! Я всем буду кидать скримеры. Ну мне это не кинь. Так, дальше бежим. Покидал скримеры всем? Нет. Ты чё? Бежим! Ночной режим этот, я невидимкой стал, ребята, они меня не видят. Это кстати, план. От первого лица прикольно играть ночью с ночным режимом. А, ночным режимом. Что? Вы где? Давайте, а найдите тебя... меня. Видно меня, не? Я тебя вижу. Не. Эй, ты своего убил. Да я застрял. Вот, нычка классная, прощай. Сидел за нычку, ты чё? Это я только крысятничаю так, как ты. Все, давайте, стал видимым. Попробуйте меня убить. 5000 жизней. Можно использовать оружку. Я свет включил.
Бомбу надо взорвать. Ты заморозил своего. А, может тебя убивать? Да, 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 да. А, Димас, хочешь самую мощную? Hello. 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 Hi. Ну а что ты хотел? Нельзя мне под ноги попадаться? Ух ты! Вот это раздуплейшн! Так, как же... Чё, Димас, ужимаешь, да? Да-да-да, меня дамажит очень сильно. Ого, базукой стреляют! Вы сейчас меня убьете так, осторожно, я ж там на нычку сижу в уголочку. Готов? Да. Ого, жахнуло как. Почему тебя не убил? Я живой, я живой. У меня жизни осталось 3800. Фига себе. Офигеть, ты навонял тут. Мри, Дима. Я тебя убиваю. Классно, что у пиццерии ночь. И ничего не видно, только с ночным режимом можно выжить. Кроме ого, вы меня кидаете гранатами, у меня осталось 500 жизней. А ты в той же комнате? Не, я уже в другой, я уже давно в другой, я пошутил, что я там. Ты когда стрелял базукой, меня уже там не было. А ты ж. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Я знаешь, где я тебе подскажу? Где? Я там, где место Фокси. А, я знаю. Ой. Ой, блин, говно заморозил! Еще в такой конченной позе! Эй, я валю! Ай! А где ты, блин, ты где? Я тут! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ты не попадешь по мне никогда! Я знаю, ты прям передо мной, я чувствую. Мне телепорт. Давай, оставай, видно. Видно меня? Нет. А так? Нет. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 1. Все давно просили рубрику «Аниматроники пугают охранника». Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, пацаны, вы готовы проигрывать? Да. Идите на рабочее место. А ну все быстро. А ну быстро все. Так, давайте мы возьмем себе для начала самого классного человека. Можете мне там ловушки всякие прикольные ставить? Да. О, я взял очень скрипучего аниматроника. Говорят, что он очень добрый, когда не кусается. Скрипучий, вонючий. Не, он пахнет, я его смазал. Так, идем. У меня... Так, подожди, а кто тут ходит? Кто в мастерской? Никто в мастерской. Я могу невидимым вставать. Вы что там ловушки мне новые делаете? Эй, ты чё тут кинул? Я её съел. Ха-ха, я могу бомбы кушать. Так, я сейчас попробую пройти как-то и не зацепить ни одной бомбы. Ух ты, ого, меня... Чё так откинуло сильно? Ничего себе. Потому что это толкательные бомбы. Толкательные бомбы? Я запомнил. Так, давайте аккуратненько пролезем. Привет. Я тебя знаю. Че, видно мою бошку? Да, впустите меня, я добрый. Уходи. Так, я пошел, убил двоих охран... Не, я еще должен был третьего убить. Хорошо. Я давайте живой. Возьмем. Сейчас, Серега, мы это все исправим. Это легко исправляется. Я сейчас позову своего друга. А я еще прыгать могу? Видите меня? Эй, ты что стреляешь по мне? Так, надо как-то их красиво напугать, чтобы они меня не видели. Есть у меня один метод. Секретный. Так, давайте возьмем. Сейчас, есть у меня на примете один незаметный аниматроник. Вы что, у меня гасите? Я еще новый. Так, ребята, сейчас мы их красиво напугаем. А! Иди сюда! Блин, не успел. Убил? Нет. Не убил, да как? А, блин, я теперь не выйду, мне гранаты набросали. О, я вижу, что вы делаете. Привет. Я не могу убить, я застрял.
Ах, поджопник! Кто меня посрачников писал? Блин, да я в дверях застрею! Мои зубы новые! Вы меня постращами сейчас убьете. Я еще так никогда не умирал. Блин, смерть от постраче — это очень стыдная смерть. Я сейчас всех убью вас. Есть, 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 есть. Серега, тебе монтировка залупил кто-то из своих. Вы что творите? Ах вы вахханальщики. Так, 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 у меня половина жизни осталась. Что я могу еще делать? Прыгать могу. О, я могу тпхаться? А чё не могу тпхаться? А, могу. Вы там набросали какие-то ящики вонючие? Чё это ты набросал, Серега? Оно пахнет как-то невкусно. Чё там в ящиках лежит? Ого, я сразу умер. С плюштрапа выпил Фредди, нормально. О, привет! Отойдите, пацаны, то я вас буду спамниться. Хорошо, давайте еще кого-нибудь возьмем. Так, давайте возьмем. Во! Волчара идет, вы знаете волчару? Он очень добрый. Волчару? Да-да-да. У меня подарок тебе. Я такой негодяй. Смотрите, кто тут. Нормально? Пойдет, да? Так, аккуратно, аккуратно. Проходим. Да вы... А, у меня столько жизни, у меня это не берет штуковина. Волчару ничего не берет. Блин, эта пиццерия для волка очень маленькая. У меня по пояс тут все очень мелкое. Что такое? Да хватит меня мочить, пацаны, я же добрый. Кто кого еще пугает? Хорошо, давайте я возьму телепиздрика. Ого, тут забросали. У меня лампочка колбасится, дискотеку устроила. Ух, а этот мишка что ли не убивает никого? Че за... Блин, меня отталкивает. Хорошо, этот мишка не убивает. Давайте, знаете, кого возьмем? О! Вот это скорость! Вот это сила! Блин, у меня 1000, я смогу пролезть? О, я могу тпхаться! Так, 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 мангл лезет. А я вижу, что вы делаете там. Так, пацаны вот друг друга мочат, очень странно. Случайно. Привет! Вентиляции не хватает, было вообще прикольно. Чё ты там скинул? А, не попал, а ты косой. Косожопый. Не попал. А, не, попал, попал, попал. Блин, чё-то много отнимает эту штуку, больше 100 хп. Ай, блин, я ж дёрнулся, чё мне так пугать? Я, блин, дёрнулся реально на стуле. А, косожопый. Косой. Ай, в спине торчит. Я тебе отомстил. Чё, кто еще с копьями на меня? Я никого не боюсь. Вы, конечно, немножко механизм потерся, но ничего. Я не с копьями к тебе а с гостинцем. А я вижу, что ты делаешь, я реально вижу. Ты с четырехствольной базукой вышел. Ай, блин, отвали. Что за дерзкие охранники мне попались сегодня? Я их должен пугать, они меня мочат. Давай, иди сюда. Я успел убить тебя. Ух ты. Накачали оружие куча, теперь можно издеваться, да, над Димкой? Давайте, давайте. Мне нравится. Ух ты. Блин, такой эффект прикольный. Хорошо, надо взять аниматроника, который может их всех на место поставить. А что ты за говно ты бросаешь? Это парашюты, да? Ай, на меня приклеилось. Серега, на мне парашют твой. Нормально ходим, пойдет. Это, короче, бронежилет у этой марионетки. Теперь вы меня не пробьете. Серега, попробуй с пистика стрельно, взорвется или нет? Реплей. Давай, иди на Димас. Выходите, сыкуны. А как открыть вашу калитку? Аллах от... Аллаху Акбар, давай. Где ты, Дима? Где ты? Вот я. А что на тебя тоже прицеплено? Ого! Это Аллах Акбар был. Кстати, не сильно взрывает, Серега. Не очень так сильно. А если побольше нацепить? А ну давай побольше, давай попробуем. Нацепли на меня, иди сюда. Цепляй на меня очень много штук. Я не боюсь. А. Давай. Буду подопытным кроликом. Пока не потянет. Так. Во.
О, пойдет, мне нравится. Тяжеловато уже, холодное какое-то. Так это пластилин. Это вообще C4, что ли, получается? Да, C4. Парашюты, вот я умный человек. Че ты не пом... А, не, нормально. Так, давай еще. ФПС не падает. Так. Погоны тебе. Давай, погоны из C4, мне нравится. Я не знал, что так можно делать. Можно вообще придумать какую-то идею классную. Можно машины взять в следующей серии и попробовать, сколько максимально можно на машину приклеить бомб. Все, думаю, а ну дай просто похожу с ними. Ого, я теперь переносчик C4. Погрузчиком устроился. Давай, Серега, жахай. Ого, это сразу трупейшн. На! Ты чё тут делаешь у меня дома? Вот так будет с каждым. Ты смотри, они меня убивать могут, а я нет. Так, надо, короче, запрятаться от них и взять какого-то классного челика. Так, ну чё, попробуйте меня найти и убить. Так, наблюдаем за Серегой. Так. Нет. Нет, надо тебя убить, успеть. Да отвали, ты что делаешь? Я вот. Есть. Кстати, Серега как-то слабо жах. А, нет, это бомба осталась? Я не успел уже. Ух ты, только не на рабочий стол. Вот это жахнуло. Кстати, знаешь, что хотел? Я хотел ее просто убить, эту бомбу. Но она убила меня, все по-честному. Все нормально. Так, мне этого мало еще надо. А кто у нас тут есть такой прикольный? Кого мы качали? О! Я Бенди позвал кента своего. Блин, а что они такие все какие-то длинноногие? Ну, кто там у нас? Бендюха пришел. Ты что там закрылся, зашкерился? Пустите меня! Я застрял, Серега, не могу вылезти реально. Что такое? Я не могу... А! Вы меня посрочами, что ли, выбили? А у меня жизни не тратятся. Не понял. Что-то за звуки. А, спасибо, пацаны. Отлично. Все, Бенди свои миссии выполнил. Ионовая бомба. Я лучше спрячусь. Бум. Да, отнялись жизни, но не так много, как я думал. А ты смотри, что сейчас дальше будет. А, еще не все? Видишь дым? Да. Собирается. Ого, еще одна лист жизни. Нормально жахнул. Но этого аниматроника ничего не берет. А сколько хп у тебя в общем? 5 миллионов. А, 4 миллиона 900 с чем-то там. Ладно, тогда я возьму помощь. Бум, сразу кишки из жопы. Моментальная смерть, просто жесть. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!